Сочи. Я говорю, Сочи. Сокачи. А может, Сочи. Сокачи. Сверху. Вон мы стоим. Вот такая вот поселок местного плана Камчатки. Облачность. Вулканов, конечно, здесь нет, как у нас в Елизово. Здесь сопки. И разрушенный старый комплекс животноводства. Пепельница, что ли? Камчатка просто. Ну, пепельница, вон краб стоит. Ага, 10 500. Путешествие лечит душу. Это верно. Угу. Ну, да. Так аккуратнее. Тем, росомаха, леса. Местные сувениры. Сокают рыбу. Что за рыба там? Нет рыбы? Ну, вон лежит она. Не скажете, какую рыбу они ловят? Не знаете? Рыбу какую ловят? Не знаю. Кита, да? Ну, красиво они туда ездили. Да, здесь же нету ни на мне, ни рыбника, ни кого у тебя. Рыбзавод же здесь, они не знают, они чуть ниже, как бы, да? Собака!
Собак! Красиво, красиво. Ты хас? Да, глаза разные, глаза разные. Хаса! Посмотрите в небо, прямо над нами, прямо над облаками. Там сидит грустит одна, та полярная звезда. Посмотрите в небо, прямо над нами, прямо над облаками. Там сидит грустит одна, та полярная звезда. Хочу снять вон там на облаках. Шурпа с бараном, в малках на костре. Там же уха стоит варить. Там девчонок еще и рыба жарится на сковородке. Девчонок не показываю, они боятся. Конечно. Вот здесь на плавку встал, в сафарике, под мостом. А что на сафарике? Ну, переезжал речку и на плавку встал. А, потащилась? Ну, после а что, далеко поплыл? Не, а он тут же зацепился. Ага, и переехал, да? Да, наши, да. Оно уже не наше. Уже не наше. А где это, которые в яйца варят постоянно? Помнишь, кипяток был? Вон будет. А вон она, да, она. Ну, они невкусные, да, яйца говорят? Ну, они сероводородные. Сероводородные же. Сероводород, сероводород. Когда ты голодный, когда ты когда голодный, ты яйца и так сырые съешь, какая разница. Да, кипяток был, да, я тоже помню. И мне кажется, Олег, он был прямо возле дороги, вот здесь. Его перенесли, мне кажется. Может такое быть, нет? Что его перенесли? Нет, на этом... Мне кажется, что он там был. Нет, на этом же месте. Да? Вот более 50 лет на этом. Это пайк. Скважина или что? На этом здесь какой-то то ли родник, то ли что-то печеный. А что его закрыли? Ну-ка. Блин, вам вот здесь кипит? Вот он до сих пор кипит. Был просто, вот яма была и так. Самый сильный только сюда залезет купаться. Ну, окультурили. Ну, это не здесь угрохнет, окультурили, да? Это самое прохладное считается, да? Ну, да. Так его увеличили гораздо районно. А, нет, это вон та первая, вторая. Прямо сидели в луже и отмечали? Да. Ой, мальчик. С детства здесь с родителями ездили, не маленькими. Вот они такие вот. Это хорошенько, это ваша культура более-менее. Кемпинг сделали. Вот видите? Вид источники. Это есть горячие ключики. Стояли себе. Развивались.
лавочки, лавочки поставили. Ой. Что здесь, Настя, горячий? Прохладно, наверное, какая? Нет, почему? А, ну да, ну, еле тепло. Хорошо, Олег, хорошо, это не вонючий, когда на озерках. Другая, да, другие минералы. Ну и цветет, видишь, то есть они, то есть цветение происходит, водоросли. Водоросли растут. Жабы, вы где? Вон, вон, да, вон. Дети, ну. Детишки. Дети. Красота. А ты что, лягушку поймал? Поймал лягуху? Паста. Это местный. Вот сейчас будем шашлик жарить. Баранину замариновал. Оно уже готово. Барашка. Что может быть, овощей? Ну что, кто-то ж когда-то Хаск. Его выбросил. Хаск. Почему выбросили? Мне кажется, выбросили. Место не может тут приехать. Ну, Юр, сейчас мясо поест, как он говорил. Мясо нет. Настя, короче, это мясо, которое с Белоруссии, что-то ему не понравилось. Костя барашкин кофточку съел. Может, он пиво налит? Будешь пиво, Хаса? Хаса, будешь пиво? Как ты у вас? Конечно, влюбился. И он очень злой. Ну, это
купальники фотографируешь? Нет, соседский костюм. Мне эта съемка понравилась, когда обозрительно широкая, блин, как классно. Все видно. О! Болит моя душа, рады и копали, казали страны мои, мои. Я хотела счастья, но его увы, купить, не купить. Термос достался. Со вчерашнего вечера смотрю, ну, стоит, но я ничего не стал делать. Утром смотрю, стоит. Значит, ничего не нужно. Я взял, там, ну, там тоже было. Нормально, да? Бонусов мало. Чайник.
И Манюшу вкус барана разогрей поставить. Сейчас будем обедать. Вот такие вот мамочки. Есть на Камчатке. Мангалы все. Засмеси кроме. Везде мангалы. Там тунец, здесь крылец сразу же жарится. Да, Лешка? Да. Вот. Тунец. Крылец, да, тунец. Что у нас все? В беконе картошка, да, уже жарится? Стол посмотрела, теперь пришли к этому. В беконе картошка. Это малки, Настя. Это природа, да. Это картоха завернутая. Да, бекон. Это тунец. Да, ни рыба, ни мясо. Ни рыба, ни мясо. И там еще вот у нас, еще вот там вот там вот еще крылышки жарятся. Короче, сегодня вот так вот у нас. Вообще вот так вот. И комары здесь огромные, кстати. We'll be right back.
сюда на подсдачу. Улики. Пауза отдыха. Люди гостиницы, там сказали, и бассейн.
сделали культурный туалет. Культурный туалет хороший. Там автоматы. Датчики. Наши. И вот так. Совсем мало. Отдыхают люди. Они оторваны, Настя, они плавают. Это из торфяника сделано. Не сделано, в смысле, природа сделала сама. Раньше можно было подойти прямо к озеру. Оно бездонное тоже считается. Вот она вода. Да, да, да. А раньше можно, а раньше подойти можно было прям. Оно уменьшается. Спасибо.